В Твери в Академии воздушно-космической обороны имени маршала Жукова прошел день открытых дверей. Будущим абитуриентам рассказали об особенностях учебного процесса и познакомили с курсантским бытом. В высшем военном учебном заведении побывала и наша съемочная группа. Парадные мундиры, выправка будущих офицеров и безукоризненное умение владеть оружием. Кажется, для современных курсантов военной академии воздушно-космической обороны имени маршала Жукова нет ничего невозможного. Впрочем, подобные номера на сцене – это лишь малая часть того, чему за годы учебы могут научиться юноши и девушки. Сегодня в стенах академии готовят командные кадры для самых современных систем ПВО. В их числе зенитно-ракетные комплексы С-400 и С-500, которые являются одними из самых мощных систем противовоздушной обороны в мире и не имеют аналогов за рубежом. В Академии создан на сегодняшний день уникальный профессорско-преподавательский состав. Порядка 70% – это кандидаты, доктора наук. Процентов 40 – преподаватели, это ветераны боевых действий, имеют большой войсковой опыт. Обучение курсанты проходят в условиях, максимально приближенных к реальным. К примеру, вот этот учебно-командный пункт практически полностью повторяет тот, на котором несут постоянное боевое дежурство в войсках. Вся обстановка и программное обеспечение аналогично реальным командному пункту, который находится. Взаимодействие также все осуществляется, поэтому обстановка максимально реальная. Отличник учебы, курсант третьего курса Дмитрий Сошин уже освоил значительную часть военной науки. Юноша признается, что о поступлении в военное учебное заведение мечтал с самого детства. Когда пришло время поступать, выбор был сделан в пользу ВАУ ВКО. Мечтаю, конечно, дослужиться до высоких чинов и звезд, но в целом для начала хочу все-таки распределиться по своей специальности, уехать куда-нибудь на командный пункт уровня дивизии, где осуществлять боевое дежурство. Мы ведь войска единственные, которые осуществляют боевое дежурство даже в мирное время, и охранять воздушное пространство нашей великой России. В военной академии курсанты учатся не только защищать воздушные рубежи Родины, но и приобретают необходимые навыки ведения тактического боя. К примеру, сейчас за моей спиной идет отработка столкновения в разрушенном доме. Кроме того, потенциальным абитуриентам и их родителям показали то, во что одеваются курсанты, на чем они спят и как питаются. Также участникам Дня открытых дверей рассказали о правилах приема в учебное заведение и порядке подачи документов на поступление.